Без разминки в холодную воду не зайдешь. Подготовка порой длится дольше, чем сами заплывы, говорит Никита Терещенко. Ему 11, а он уже чемпион по плаванию в холодной воде. В первых своих соревнованиях Никита поучаствовал летом в Республике Алтай, а недавно вернулся с чемпионата мира из Тюмени с победой. Говорит, заплывы в холодной воде всегда особенные. Когда из нее выходишь, такое хорошее ощущение. Когда в бане греешься, тоже очень хорошо становится. Ну, еще необычный такой вид спорта. Тренер Никита отмечает, что таких смелых детей в Алтайском крае пока мало. Ведь многие родители не одобряют экстремальный на первый взгляд вид спорта. А на самом деле это отличное закаливание, и тренировки начинают с малого. Здесь идет уже как бы более закаливание. То есть здесь мы много не плаваем, достаточно там несколько подходов по 15-20 секунд. Для детей много это не надо. Никита преодолевает дистанцию в 25 метров. До 14 лет больше нельзя по нормативам. Но когда-то он одолеет и 100. Все потому, что хочет стать абсолютным чемпионом. Кстати, еще один шаг к своей мечте мальчик сделает весной в Петрозаводске. На этапе Кубка мира и Кубка России. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.